Дорогие взрослые, а знаете ли вы, какое самое главное сокровище в мире? Это ведь мы, ваши дети. Я хочу вам розповісти про проект «Світ дитинства». Тут ми вивчаємо таємниці історії та навколишнього світу. Люди, які створили проект, знають, що все, з чим ми йдемо в доросле життя, закладається в дитинстві. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте «Мир детства». Проект «Мир детства», он существует с 2009 года, и он призван развивать наших детей. Вот. Я провожу по Украине всевозможные выставки, лекции. И главная цель – показать детям, что школьное детство, оно разнообразное. Благодаря вот таким лекциям и выставкам дети соприкасаются с миром археологии, палеонтологии, нумизматики, филателии, творчества. И начинают понимать, что здорово развиваться на своих выставках. Я все даю в руки. Вот сейчас каждый из вас поддержит в руках настоящий метеорит. Сихоте – Ленинский метеорит. А ще Валерій Дмитрович познайомив нас із цікавими археологічними знахідками та розповів історію про студентів, які виявили у царських підвалах старовинні пивні пляшки. Во время обеда, оказывается, эти студенты эти бутылки просто попили. Вот эта бутылка вот оттуда. Вони розбили історію міста. У хлопців та дівчат є світу дитинства багато цікавих захоплень. Я собираю монеты, наверное, уже второй год. И собрал маленькую такую, ну, коллекцию. У меня монета есть Украины. Я собирался в основном собирать монеты Украины, но как-то это плавно перешло в монеты исторические. Там исторические, монеты других стран. Сейчас у меня монет, есть коллекция монет, наверное, 10 стран. Спеціально для програми «Тіп-топ новості». Наприкінці зустрічі всіх учасників нагородили цікавими та корисними книжками та запросили до обсерваторії, щоб подивитися на місяць у справжній телескоп. Валерій Дмитрович розповів також, як стати учасником проєкту «Світ дитинства». Зробити це дуже легко. Головне, щоб було бажання постійно пізнавати щось нове. А если дети, например, к вам хотят присоединиться, то поучаствовать вместе с вами, как это можно? Вообще, есть такой Facebook, и можно ко мне добавиться в друзья, и там видите вообще, что я планирую, куда можно поехать, пожалуйста. Можно обратиться в образовательное агентство «Гравитация», от которого я провожу всевозможные мероприятия. Специально для программы «Тип-топ новости».